Во Франции допускают возможность Фрексит. Экс-президент и один из потенциальных кандидатов на пост главы государства Николя Саркози не исключает проведение в стране референдума по вопросу членства в Евросоюзе. Саркози также заявил, что в случае своего избрания на высший пост сначала он намерен предпринять попытку реформировать ЕС, сделав при этом акцент на франко-германском лидерстве. Напомним, ранее руководитель правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен высказывалась за необходимость организовать плебисцит, аналогичный Брекситу, во Франции.